Оживление у канализационного люка на Орджоникидзе. Это первая точка в работе краевых специалистов. Бригада из Владивостока приступила к расчистке ливневки. Первоочередные в плане Некрасова, Агеева и Блюхера. Подземная система для отвода дождевой воды на этих улицах признана самой замусоренной. Существует сегодня специальное оборудование в виде гидродинамических установок, то есть это специальные установки, которые под давлением воды, то есть промывают трубы. Вот, то есть, но, как показывает и как и практика, ну так и ситуация сегодня в городе Уссурийск, большая часть работ будет делаться вручную. То есть это чистка колодцев, ну а непосредственно сами трубы будем смотреть, будем чистить уже с помощью оборудования. Кузов грузовика забит практически до отказа. Все это находки из канализационного люка. Несколько часов потребовалось сантехникам, чтобы выловить весь мусор. И это только первый этап работ. Далее с помощью оборудования предстоит промыть сами трубы, в которых, уверены рабочие, тоже найдется масса интересного. Ну, выуживаем обычный мусор, который бросают люди, как говорится. А так, в основном, это земля, которая намывается из-за дождей, забивает трубы. Вот ее и вычищать надо. Последние годы наводнений показали, необходимо подземную систему приводить в порядок. Владивостокский подрядчик работать будет до декабря. За это время около 40 километров водопропускных труб расчистят от наносов. Помимо самой очистки и расчистки непосредственно ливневок, будет также производиться замена водоотводных лотков, замена водопропускных колодцев. Также будет проводиться в случае необходимости телевизионное инспекционное обследование, то есть для выявления нарушенных и разрушенных также участков. На все эти работы из местного бюджета запланировано 1,5 миллиона рублей. Расчистка ливневой канализации позволит городу в период паводков не захлебываться от воды. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.